Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Чем мы сегодня решили заняться? Мы посмотрели мастер-классы по технике тай-дай раскрашивания. И решили сегодня тоже попробовать. Вот мы взяли, вчера купили новую майку. Так, у нас есть краски. Вот такие. Они, правда, не специальные, но написано, что по ткани, так что, думаю, подойдут. Мы развели их в воде, вот такие вот яркие получились. Вот это только не очень, сколько не добавляли, не разводили, бледненькое. Вот этот розовый мне понравился и фиолетовый. Вот эти цвета вот отличные, вот только вот. Ну ладно, посмотрим, что у нас получится. Первый раз красим. Так, что мы приготовили? Резиночки мы приготовили, вот 4 резиночки. Самое главное правильно сложить, скрутить нашу маечку. Тазик с целлофанчиком, ага, мы тоже приготовили. Еще мы решили попробовать, дай пожалуйста, Викусь. Ага. Мы еще решили попробовать покрасить вот хлопчатобумажные носочки беленькие, тоже решили попробовать, как будет выглядеть, потому что, ну, мы видели, как у других получилось, как у нас получится. Ну, посмотрим, надо пробовать, пока не попробуешь, не узнаешь. Так, приступим. Получилось. Скручиванию складывали несколько раз. У людей с первого раза получается, но у нас с третьей попытки. Вот так вот мы сложили. Сейчас положим это в тазик и начнем. Будем красить. Да, сейчас будем заливать красками. Сначала красивого розового. Розового? Ну, давай. Викиного любимого, да? Не знаю, может, мало будет, может, еще надо будет разводить. Тут только другой цвет в одну сторону надо красить. О, подожди, надо протереть. Вот тряпочка там синенькая, дай, пожалуйста, я стол быстренько вытеру. А то я капнула, чтобы ничего на столе не оставалось. Так, теперь у нас светлый розовый. Светлый розовый. Вот сюда. Светлый розовый покапает. Ой, на клеёночку попал. На пакет. Угу. Потом у нас еще с тобой фиолетовый. 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 Вот сюда нальем, да? Наверное, фиолетовый нам ничего не испортит. Ты думаешь, фиолетовый нам ничего не испортит? Да, такие цвета разные. Даже у меня глаза разлетелись. Разлетелись? Да. Разбежались, разлетелись, да? Да. У кого-то разлетаются, у кого-то разбегаются. Так, и вот. Последний наш цвет – это фиолетовый. Нет, это не фиолетовый. Ой, зеленый. Угу. Так, налью. Залью. Ой, ну совсем светленький такой у нас. Ну да, даже на белом не видно. Так, теперь мы тут все на другой переворачиваем. Сторону. Я думаю, следующую майку надо все-таки намачивать. Когда намочишь, краска легче ложится. Ой.
Ничего страшного. Ничего страшного, да. Если у вас, осторожно тут, ребят, вы на какой-нибудь свет попадете, ничего страшного. Почему? Ты так думаешь? О, у нас зеленый не до конца растворился. Ты можешь пока заняться этим, помешай. Так. О, розовый у нас тоже не до конца. Так, где у нас тут розовый? Ой, упал. Сейчас достану. Так. Фиолетовый. Все, давай, пожалуйста. Зелененький. Сейчас еще немножко добавим водички. Или два носка. Мы их предварительно смочили этот раз. Мокренькие. Посмотрим, как они у нас получатся. Вот так мы все завернули в два пакетика. Здесь у нас маечка, здесь носочки. Должно постоять где-то час. Час, наверное. Час-два пускай стоит. 18. Нет. 2 часа, наверное, хватит. Потом посмотрим, что у нас получилось. Прошло 2 часа. Сейчас мы распакуем, посмотрим, что у нас получилось. Вот такие вот яркие носочки. Вот этот открой. Вот этот открой, пожалуйста. Тебе помочь? Интересно. Давай, показывай, как получилось. Яркие, красивые носочки. Сейчас мы майку посмотрим. Да, посмотрим, пока у нас майка получилась. Так. Открываем пакет. Так, сейчас мы их уберем. Давай. Ой. Снимай, снимай. Распаковали. Вот как-то так у нас получилось. Ну, вообще красиво смотрится. Очень ярко, очень красиво. На руках краска не остается. Главное, чтобы она осталась на ткани, на маечке. Сейчас мы ее сполоснем, поставим сушиться, потом прогладим и посмотрим, какой будет результат. Модель для нашей майки нашли. И вот результат. Ну, что я могу сказать? Мы, конечно, думали, что будет по-другому, но такой вариант тоже неплохо имеет место быть. Мы ее высушили, а затем прогладили утюгом. Вот как-то так. Первый результат. Ну, цвета, конечно, не такие яркие. Мы думали, что будет ярче. Будем пробовать. Оцените. Ставьте лайк.